У нас в гостях Елена Касьянова. Елена, расскажите, чем занимается ваше предприятие? Группа компании «Алпак» — это большая компания, которая занимается переработкой макулатуры и производством гофроупаковки из отходов, так сказать, бумажных и отходов упаковки «Тетрапак». Скажите, почему сейчас такой огромный спрос на гофроупаковки? На самом деле сейчас, так как каждый производитель стремится к экологичности, да, к тому, что называется responsible business, сейчас упаковка из гофрокартона – это самое оптимальное, экологичное, легкое и экономически обоснованное решение для любого производителя. То есть сейчас в многих площадках проводятся исследования, и пластиковая упаковка, конечно, гофроупаковки проигрывает. И сейчас наша компания производит гофроупаковку из отходов сырья, то есть для любых производителей напитков это очень хороший шанс именно экологизировать, так сказать, свою упаковку, свою тару. А скажите, пожалуйста, как с вами можно связаться, если кого-то заинтересует ваш продукт? У нас есть веб-сайт www.alpak.ru. Там же у нас есть инструмент для расчета цены, личный кабинет клиента. То есть наши менеджеры в течение 10 минут перезванивают, если вы оставляете свои контактные данные. Также у нас есть профиль в Инстаграме, и можно с нами связаться по телефону 3 5 3 8. Елена, спасибо вам огромное, желаем вам удачи. Спасибо.